мысли. Скажи, с чего все началось, твое творчество? Откуда Люмо, с чего началось? И что такое Люмо? Ну, вообще, все началось с моей детской мечты. Еще с своего самого раннего детства я был не похож немного на других мальчиков, которые вот играли вместе со мной во дворе. То есть они играли в машинки, а я в то время, как ни странно, играл в куклы. Но эти куклы были непростые. Я создал маленький свой такой домашний кукольный театр, который я показывал буквально с балкона своего дома. И какой был первый твой спектакль? Как ни странно, мой первый спектакль назывался, ни много ни мало, он назывался «Король Лир». Хотя к Шекспиру это не имело никакого отношения. Потом мои детские вот эти мечты потихонечку начали перерастать. Когда учился в институте, я создал такой студенческий театр эстрадных миниатюр, но уже с уклоном немного танцевали. Be patient,
just wait a little longer. But that's just an old fantasy. I've got to get ready, just a few minutes more. Gonna get that old feeling when you walk through that door. 'Cause tonight is the night that I'm feeling.